Toyota RAV4, делаем диагностику ходовой. Вот в чем преимущество ямы от подъемника, потому как на подъемнике всего этого не было видно, сейчас мы вам покажем. Вот у нас опора, на подъемнике колесо дергач, никаких люфтов, никаких проблем. Будем менять в паре. И есть еще одна, с той стороны поставь. Неприятность, так скажем. Задние сайлентблоки. Так же само. Колесо не люфтило, никаких проблем не было. А неисправность есть. А ну сейчас я подстроюсь. Шатай. Вот у нас сайлентблок. Разбитый. Колесо телепается. А кроме него есть еще надрывы на других сайлентблоках. Будем перебирать полностью ходовую заднюю. Надеюсь, у нас будет возможность. Все снимем, покажем. Также удобно на яме проверять стойки втулки стабилизатора. На подъемнике машина вывешена. Стабилизатор находится в натяжке. И все стуки, люфты зачастую не показывают. А на яме это все можно определить, пошатать, сам взять сам стабилизатор, пошатать стойки, проверить монтировкой втулки и определить. Ну, здесь у нас стоечки хорошие. В общем, будем ждать заказа запчасти и ремонтировать.